Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ивар. Сегодня мы будем проходить ужасную и пугающую карту под названием Kill Restaurant. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что она будет такой. Да, должна быть вроде бы интересной, какие-то пугания и все такое. А тут у нас написано создатель. Что у нас тут такое? А, книжечки какие-то. А, перед стартом проверь звуки. Типа, да, нажми на кнопку, да? А, не, просто нажми на кнопку. А просто вот здесь вот написано «Проверь звуки». Я вот и перепутал. Окей, чтобы проверить, как у нас будут звуки. Сейчас у нас... Чё? А, ёмный. Не орал, а потом как-то взял, заорал. Музыка и звуки у нас вроде все настроено. Я еще изначально на сайте посмотрел, как все настройки стоят. Ладно, добро пожаловать в плот. Это и это возьмем. Окей. Так, давайте начнем с правил. Не использую читы или команды, не использую в 5 или Optify, не... Короче, не смотри прохождение игры в Ютубе. А звуки я не сделал, никакие звуки, окей. Настройки, это все сделано. Так, ой, добро пожаловать. Привет, спасибо, что скачал мою, короче, эту хоррор-карту. Пожалуйста, прочитай все книги по инструктажу, настройкам и тому под... И прочитай плот. Окей, веселого пугания. Наверное, как так переводится. Have a scary fun. Окей, а это, я как понимаю, предыстория. Ты голоден и что-то борет. Ты позвонил своему лучшему другу Вильяму, чтобы пойти поесть в ресторан. Но там ты встречаешь какого-то непонятного страшного чувака. Ну, что-то такое, наверное. Ладно, давайте начинать уже. Будем эти книжки закинем сюда. И жмякаем на кнопочку. Старт. Представляет. Вот, убивающий ресторан. Или как-то так. Вот, на диванчике. О мой бог, я что-то опаздываю. Вильям ждет меня. И в ресторане надо взять ключи от дома и... Тихо. И типа торопиться, да, Хэри? Это вроде торопиться у нас будет. Что у нас здесь? Окей, взять ключи от дома, да? Так же надо? Так, черт. Ну, вроде да, взять ключи от дома. Окей, здесь нет, он бежим, значит, на второй этаж, такой страшный. Такие интересные коридоры делают пустые. Окей, ладно, давайте в туалет зайдем. А здесь? Окей, значит, ключи у нас должны быть где-то тут. Здесь? Так, тихо. Нет, не здесь, а здесь. Окей, пока что все довольно-таки легко. Первым заданием мы справились, мы нашли наши ключи, а теперь мы должны торопиться и бежать быстрее, а то Уильям нас заждался в этом ресторане. Тук-тук. Ой, ё-моё, такой звук звонка. Вам-то на монтаже я все выключу, чтобы было удобнее. Телефон звонит, Уильям. Чё, типа, где ты? Да, ты меня видишь или что такое? Где ты? Я жду тебя около 30 минут. Прости меня, я что-то опоздал. Скажи номер столика, не волнуйся, что-то такое. Короче, номер столика номер 3. Добро пожаловать в ресторан. Попробуйте наш новый гамбургер с каким-то фрайс или пиццу. Окей. Что это такое? Уильям? Ты нормальный, Вильям? Давайте пока не будем к нему подходить. А что у нас тут? Какое-то пиво, вино, коктейль, вода. Дорого. Вода за $100? А, за доллар, ё-моё, я думаю, как-то много. Окей, Death Cash, что у нас тут есть? Это у нас офис. Окей, нам не сюда. Давайте все сейчас обтыкаемся здесь. Кухня. Только для персонала. Окей, Уильям, здорово. Только номер 3. Привет, Уильям. Как дела? Уильям. О, наконец-то ты тут, Окей, мэн. Харри, я тоже. Давай, окей. You look serious. Ты, короче, ты знаешь, что случилось. Помнишь тот день? Что-то 6 число. Джефф... Чё, кто орёт-то? Ё-моё. He's screaming, что-то... я не спал всю ночь, это было страшно. Я говорил что-то, because Jeff broke. Его посадили в тюрьму, Jesus, what's happened to light? Что случилось со светом? Ё-моё. У нас открылась дверка, ё-моё, я не хочу туда идти.
А, окей, этот день что-то настало. Сзади, Уильям! Что случилось? Уйди! Уильям! Нет! Уильям, беги отсюда, спасайся! Гудбай! Ой, прям орёт сильно, ё-моё, давайте если я убавлю звуки, прям не могу. Я должен выбраться отсюда. Я ухожу отсюда, окей. Закрыто, ну, конечно, конечно. Он прям это, двери заложил прям, ой, ё-моё. Меня смущает то, что вообще нифига не видно. Это у нас должна быть хоррор-карта, а тут тоже... Ой. Я, кажется, догадываюсь, куда мне нужно, но я туда не хочу. Мыши страшные. Да хватит, меня мыши пугаются. Ой, я мышей пугаю. Короче, вы поняли, меня мыши пугают. Нет. Нет. Обу. Все, я обернулся, а там никого нету, а все, пошел нафиг. Окей, что у нас здесь? Большой сундук, еще один большой сундук. Так. Еще есть. Дурацкие мыши, пошли нафиг отсюда, пошли нафиг. Здесь сейчас ничего сильно... Бумажка. Найди... кухонный ключ. Окей, без вопросов. Вот этот слеп. Вот сейчас был такой стул, будто по цепи, я не знаю, это то ли здесь где-то было, вот, окно открыто, с улицы всякие звуки доносятся, да, закрыть не могу. Будет плохо. Окей, kitchen key. Окейушки, я знаю, куда нам идти. Если еще вот эти двух сундуках ничего не будет, значит, таки я наверняка знаю, куда нам надо. Вы уже догадались, я думаю, да? Нам надо сюда, вот этот страшный коридор. Ой, ну конечно, нас... где ты? Окей, я, пожалуй, пойду назад, слушай. Идея, как по мне, очень хорошая. Вот что за главный герой в хоррорах? Прутся туда, куда... А, я сюда не могу пройти, значит, мне надо идти обратно. И сейчас какой-нибудь скример нам в лицо клинит. Полюбасу. Че, куда нам идти? Трудят. А у нас открыли тот проход, да? Или нет? Нет, его не открыли, понятно. Там написано найти кухонный ключ. Ё, глаза у мышей эти, будто бы тут этот стоит, манекен. Ну, короче, стойка для вранья будто стоит. Ясно, понятно, а чё нам... Я так могу делать, а чё нам надо? Найти кухонный ключ. Где кухонный ключ? Там его нету. Она написано не смотреть, как проходить игру на ютубе, видимо, чтобы не портить себе все ощущения от испугов. А где? Где кухонный ключ? Кухонный ключ, не знаю. Тут. Короче, таки. Да, я посмотрел, на сайте писали, что нету кухонного ключа. Кто-то ответил, то, что мы обнаружим то, что нужно будет покинуть это место, но походу нам надо проходить именно сюда. Да, потому что, давайте. Кто-то писал, что он включил просто геймод и сломал эту дурацкую стеночку. Поэтому я поступлю точно так же. Давайте мы... Да! Вот. Нам надо было сюда. Походу, что-то с теми блоками было не то. Нам надо сюда. Вот. И теперь все встает на свои места. Я давайте мясо... Заберу себе. Так, это нам не надо уже. Давайте все мясо заберем себе абсолютно. Ограбим ресторан наш. То странные люди в ресторане ходят. Мясо собираем все себе. Мало ли, пожарить нам придется. Кто знает, что нас могут заставить здесь делать. Ладно, короче, ладно, я устал уже его собирать. Так, сюда. Морковка. Давайте возьмем себе арбузики, ну-ка. Арбузики возьмем и морковку. Все, чтобы перекусить в случае чего можно было, мало ли, сколько придется еще сидеть. С этим непонятным челом. Тут вроде сырая, да, это рыба? Это сырая рыба, я сырую рыбу не хочу. Арбузики. Арбузики берем, конечно же. Куда без арбузиков? Так, арбузики вот в этот слот. Так, вот там. Поменяйте, пожалуйста, местами. Все, спасибо. Что это за шутки? Я не знаю. Нам, походу, реально сюда, потому что здесь как минимум все оформлено. А вот куда дальше? Напитки. Нам надо туда вот. Кухонный ключ. Кухонный ключ. Что там люди, ни один человек не смог найти этот дурацкий кухонный ключ. Как я его должен найти, а? Так. Вообще не в курсах, где этот кухонный ключ находится. Кстати, скорее всего, нам должны были здесь все дело открыть. Что-то мы здесь походили под... Ну, наконец-то! Ну, аллилуйя, дверь выпала. Ё. А, и за нами проход. Во!
Тьфу в тебя. Я нашел тебя. Это плохая концовка. Или что? А, полиция, давай, короче, дай мне жить. Я хочу повеселиться, беги. Куда? Короче, я, к сожалению, проспорил себе момент. Я, когда летал, меня заспаунило непонятно где. Я искал карту и попал в это место. Я знаю, что в конце сейчас будет скример. Давайте я сразу сейчас звук убавлю, просто он очень громкий будет. А если я не побегу? За мной никто не гонится, зачем мне бежать? Смотрите, сейчас у нас вылезет. 3, 2, 1, на пол экрана тетка и заорет прям. Вот так вот, смотрите. 3, 2, 1. Ой, вот что за хрень происходит? Вот что будет. Ну, вор! Про что я говорил? Да, это было бы интереснее, если бы я случайно сюда бы не попал. Ну черт, я... Блин, обидно очень. А, пожалуйста, отстань от меня. Почему ты не хочешь веселиться? Ты сумасшедший. Содержательный диалог хочет. Давайте отсюда выбираться. Вообще-то карта должна быть не очень длинной. У нас тут кровь. Как он там, вот здесь вот убил? Не знаю, странный человек. Все моргает. Ой, опять эти лабиринты. А, это лианы у нас. Ой, лабиринт, я не люблю лабиринты. На самом деле это прикольно, да, лабиринты, они не такие сложные. Но когда тебе надо приходить лабиринты в темноте, еще тебя будут пугать, ты не сможешь нормально испугаться. Потому что ты будешь сосредоточен на этом дурацком лабиринте, пытаясь найти выход от них. Здорово, братан, ну что тебе надо? Уронку, берегись, уха-ха-ха-ха. Попытайся еще раз. У нас заблокировали проход, я сюда не могу пойти. Ну, хоть что-то нам, видимо, будет помогать проходить данный лабиринт. Так. Сюда. Мне кажется, должно быть очень очевидно. Да, очень очевидный лабиринт был. Какая-то странная у вас здесь кровь. Мистер, вы кого тут убили? Ой, медлительность. Ненавижу медлительность. Так, что у нас здесь? Лифт. Короче, второй этажик. А первый, второй как-то странно располагается. Я отправился на первый этаж сейчас. А до этого я был на втором? Или как? Подождите. Стойте-ка, я же до этого был... Я нажал на кнопку первого. Ё-моё, что? Много крови. Что тут случилось? Возможно, кого-то убили. Что? Тихо-тихо. I came back to... Короче, что он должен сделать? Что это за слово ты тут? Лакули. I came back into... Короче, нужно вернуться то ли в ресторан, что ли? И выбрать. Нам надо выбраться. Зачем ты в него возвращаться будешь? Его просто мой английский настолько хороший. Тут ничего тоже пусто в этих бочках. Бочки, сундуки. Ненавижу медленно ходить. Да. Не в рифму, но все же. Зато правда. Есть пусто. Нам нужен ключ, который мы сможем поставить сюда. Это по-любому. Скорее всего, его в печках запрятали. Но в сундуках кто бы спрятал его в сундуке? Факел стоит, могли бы и сюда бы положить. Так. Вот он, кстати. Ну ладно. Я, пожалуй, заберу себе железную дверь, буду отбиваться ее от этого маньяка. Сумасшедший дурак, хочешь с нами поиграть? Чем это? Мы вернулись от... Туда? Мы вышли отсюда. Где до этого? Были... Окейушки. Это тогда надо было? И типа я такой ля-ля-ля-ля-ля, я побежал домой, я, слава богу, наконец-то я выбрался из этого. Ты чувствуешь? Что? Мы будем играть что-то вместе. Будем играть, короче, вместе навечно. Это конец, да? Я как понимаю, это конец карты. Вот у нас The End. Что здесь у нас? Призонер номер какой? Номер 9. Номер 79. Свежие новости. Вчера полиция арестовала молодого мужчину. Он был грязный в крови. Он все время что-то вроде повторял. Что-то такое. Он, короче, говорил... Он убил всех, их всех. Когда агенты ворвались или что-то в интернет, наверное, такой что-то. В ресторан они нашли очень много, короче, мертвых тел и
И, короче, сразу что-то взяли, наверное, киллер. Ну, пусть будет так. А его звали Джеймс. Его, короче, он в тюрьме, да? А здесь он, короче, видимо, здесь он будет находиться всю свою жизнь. А конец. Спасибо за игру на карте. Пожалуйста, дай мне 5 минут. Что-то, короче, сделай. Ну ладно, довольно-таки карта была интересной. Единственный момент, где нас напугали скримером, я себе проспойлер, очень обидно. А потому что нефиг делать карты, где тебя ненормально спаунит. Или где карта какая-нибудь лагучая. Да, ну что же, предлагаю вам поставить лайк, подписаться на канал. С вами был я, Ивар, всем удачи и всем пока.